легонькие. Ребенку можно Легкий, маневренный, шустрый. Так бойцы описывают новенький полноприводный квадроцикл. Техника отлично преодолевает препятствия и может перевозить как вооружение, так и раненых. А с помощью специальной лебедки он без труда расчистит дорогу для других, более тяжелых машин. Квадроцикл незаменим при осенней распутице. Ямальцы прилагают максимальные усилия, делают большой вклад в оснащение наших войск современной новой техникой. А это грузопассажирский УАЗ-профи. Полуторки, так его называют в народе, не привыкать штурмовать бездорожье. Такие автомобили получили бойцы-северяне, служащие в артиллерийской разведке и морской пехоте. Грузовик «ГАЗ «Соболь» прибыл к бойцам инженерно-саперной роты, а для батальона «Сибирь» купили внедорожник УАЗ-патриот. Такая забота, как заботятся о нас наш регион, ну ни один регион такого нету. Квадроцикл и эти автомобили приобрели для нужд армии на средства, собранные на Ямале. В июне Дмитрий Артюхов инициировал сбор средств среди членов правительства и муниципальных управленцев. Удалось собрать почти 33 миллиона рублей. Эти деньги пошли на дооснащение бойцов специальной военной операции. Параллельно для нужд передовой изготавливаются гусеничные платформы, закупаются арт-разведчики и дроны. По мере готовности все передадут нашим бойцам. Мы вас не забываем, вы нас не забываете. Спасибо. Все для победы. Тагир Валиди, время Ямала. Ростов-на-Дону.